Здравствуйте, товарищи! Сегодня очередной раз мы на рыбалочке. Выехали на озеро хорошее на Южном Ягуне. И вот попробовали. Интересно, думали, что будет клевать или нет. А тут, оказывается, хорошая рыбалочка. Вот. Натаскали окуней. Он хороший окуня. Вот. О, какой! Прямо такой жирнющий. Ну вот, она щучка попалась одна, правда. Тоже на удочку. Да, так. Здесь вообще мелко. Здесь давно здесь я не был, на этом озере. Ну вот решили здесь идти от берега очень далеко. Ну, от дороги, то есть. Надо идти километра, наверное, тут два, наверное. Вот пришлось вооружиться мотособакой. И вот на ней приехали, потому что а то идти далеко. Пока дойдешь, ну, где-то, наверное, минут 30 надо пешком идти. Вон с края люди тоже рыбачат, но с края там вообще мелко. Здесь тоже где-то около метра только воды. Ну, интересно, конечно, было. Окуня крупные, хорошие. Просто удовольствие приняли вообще. Кайфовые такое. Вообще четкие, понравилось. Сегодня ловить здесь окуней. Ну, ладно, ребята, ловите рыбку, ездите, отдыхайте, не болейте. Всем всего хорошего.